очень редко здесь можно найти свободное место. Вот так он выглядит. Я уже сейчас вижу, что просто куча народа. Особенно найти свободное место на подключение к электричеству, так вообще. Слава богу, у меня пока не минусовая температура. Точнее, у меня сейчас не минусовая температура. И на плюсе постоять не так критично, потому что на улице практически идентичная температура. Вот. Ну, что такое? Что так медленно? На этой брамке нужно платить. Я, кстати, даже не знаю, сколько тут стоит, потому что у меня открывает брамку телепас. Надеюсь, он и сейчас сработает, потому что в прошлый раз я заезжала сюда на прошлой машине, а на этой машине я еще не пробовала. Вот. Большой такой паркинг, бесплатный душ, магазинчики, ресторанчики. Я как-то помню, когда была пандемия, сюда сводили... Ага, когда надо было в Германию, на въезд в Германию, нужна была справка о негативном негативный тест COVID. И я помню, с Италии, со стороны Италии я ездила раза два или три в пандемию. Ну, заезжали, всех сводили именно на этот паркинг. Вообще не было места. Я даже не представляю, кто сюда становился на ночь ночевать, как находили место пацаны, потому что съезжали, просто сводили всех с автострады, грузовиков и делали всем тест, всем просто поголовно. Я помню, даже не было где мне стать бусом на моей парковке, ну, на для легковых. Вот. Stop and go. Телепас. Что, не открывает ему, что ли? У него нету телепаса. Не очень я люблю, конечно. Как раз выходные припадают, мне нужно день постоять. Пятница сегодня, мне нужно субботу быть здесь. И, пожалуйста, считай. Отлично. Отлично. Ну и теперь что? Самое интересное, поиски. Поиски свободного места. Я уже сказала, мне стоять здесь до воскресенья. И в воскресенье мне нужно будет утром выехать. Давай, дорогой друг. Стирка, уборка у всех. Идешь по паркингу, и везде пахнет то борщом, то котлетами, то мясом жареным. Вот парковка для легковых почти пустая. Вообще никого нету. А я должна ехать и бороться за место под солнцем. Ой, честно. Вот этот большой комплекс, в который нужно ходить. В душ, туалет.
билет в магазин. Себе не найдешь места. Так, а мне надо фригу. Здесь. Ой. Ну, а если места не будет, то либо просить, чтобы кто-то переехал, может быть, кто-то уезжает, либо ждать, пока кто-то уедет. Удивлена, что нашлось место для подключения, потому что, ну, сколько ни заезжаю, каждый раз я ищу, либо стоит коллега, которого я прошу. Подключить эту штуку нужно через приложение. Нужно войти, выбрать локализацию. Вот. Код столбика, и оно автоматически подключается. Ну и вот, получается, загорелся мой пульт. Сейчас, если покажу температуру, значит, все в порядке. Вот. Этот значок обозначает, что идет напряжение через розетку, а не автомобиль. Вот. Такое. Ну, это я уже подключила, получается. Вот такое приложение. Nomad Power. Ну и все, теперь в душик спать, потому что уже 9 часов. Детское время. Ну, я сегодня спать. Вот. И завтра буду заниматься ничего не деланием, как всегда, моя самая любимая. Все. До связи. Извините, конечно, но это что, дирижабль? Просто я никогда в жизни не видела, как он выглядит. В смысле, как он летает. Может быть, вы в курсе, что это такое за НЛО? Напишите, пожалуйста, в комментариях, очень интересно. Еду я такая, еду, а тут полиция.
Когда-нибудь, когда у меня будет больше времени, я хочу спуститься сюда. Идеальная вода, и просто сейчас не видно, но когда светит солнце сверху, например, днем, сейчас уже вечер, и светит прямо, и нету ветра, то видно зеленое дно, и вода настолько прозрачна, что это место, где-то там есть вывеска, вот, место как раз-таки предназначено для ныряния, для дайвинга. Вот, поэтому тут можно как-то этим заниматься. Я, правда, без понятия, где эта услуга. Или вот отель, или под мостом там есть дальше. На той стороне, получается, городок. Вот. И, наверное, скорее всего, там. Ну, как-то люди здесь отдыхают. Либо это частная территория, либо сюда можно прийти просто так. Но очень красиво, очень. Кто ездит по 179-й дороге Австрия, то вы, наверное, в курсе. Просто показываю. Я тут ни разу не останавливалась, так проезжаю, сверху вижу. Вот очень красиво. Вот. Если бы только знать, как туда спуститься... Вот, потому что я не вижу туда спуска. Я понимаю, что там отель внутри, внутри, я говорю, снизу. Такие, как небольшие домики. И мне кажется, что это отельный комплекс. Я думаю, что они сдают именно домики. Вот. Просто туда зайти и посмотреть. Ну, в другой раз. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. To get dressed and then